Ну, такое пока. Ой, да не. Одежда в стиле спортсмена-пенсионера не идет. Абсолютно. Просто тавтология пошла. Пока все болеют, Остимер работает. Эпилептикам лучше не смотреть. Остимер, я искренне завидую. Всем ассаламу алейкум, меня зовут Хасан Казыкбиев. Вы, скорее всего, меня не знаете, но я автор канала Казыкбиев Промо. У меня возникла идея немного разнообразить контент на моем канале и добавить на него достаточно заезженную тему, это реакции. То есть небольшие рецензии с мнением о тех или иных клипах, новых треках, которые выпускаются достаточно активно на Кавказе, несмотря на пандемию. Вот, я в этом не эксперт, но достаточно сильно увлекаюсь этим, то есть как потребитель, вот. Вот, но снимаю я на импровизации, то есть я к этому не готовился, не писал каких-то сценариев, не пытался как-то это, как сказать, сделать более профессионально, поэтому на первых порах, в принципе, все будет выходить именно так. Буду писать по мере возможностей, где-то даже в странных местах, неподходящих для этого. Поэтому, если вам это будет интересно, обязательно делитесь своим мнением в комментариях, оставляйте лайки либо дизлайки, чтобы я ориентировался, как бы согласны вы со мной или не согласны, и рекомендуйте какие-то свои композиции, я буду стараться что-то придумывать, и если у нас как-то сойдутся с вами вкусы, обязательно на них что-то сниму. Так, сегодня у нас трек от Остимира Апанасова, который вышел относительно недавно. Это «Безамантай». Я его еще не смотрел. Видел только много-много отрывков в Инстаграм, в сторис, и поэтому появилось желание начать именно с него. Я сделал несколько пробных вариантов на другие какие-то песни и понял, что как бы... Авторы не сильно-то и приветствуют, как сказать, копирование их контента даже в формате реакций. То есть, я не знаю, как это объяснить. В общем, банят за использование их музыкальных композиций в своих треках. Поэтому я буду слушать все в наушниках, а если вам будет интересно, я оставлю вот здесь вот ссылку на оригинал, откуда я смотрел и сейчас буду смотреть. У вас будет возможность потом самостоятельно посмотреть. На момент съема клипа уже просмотрено 5900. Ну, а учитывая, кто это исполняет, скорее всего, это просто дело времени. Публиковался клип 27 июля 2021 года. Пока все болеют, Остимер работает. Вот, итак, смотрим. Буду параллельно комментировать. Вот что сразу бросается в глаза. Клип не для просмотра на телевизоре. Это больше телефонный формат. У Остимира есть такая классная фишка. Он умеет актуально находить тот контент, который будет востребован и рентабелен среди аудитории. То есть в данном случае он как-то подошел нестандартно к этому клипу, но... Пока очень выглядит странно, потому что качество видео на канале всего лишь 480, даже не HD. Не знаю, что хотели этим передать. Скорее всего, какую-то тенденцию нулевых, USSR. Ну, видимо, это очень бюджетный клип. Ну, такой пока. Песня в стиле стиляк. Одежда в стиле какого-то спортсмена-пенсионера советских 80-х времен. И качество уровня Nokia 3310. Без амохи стиля мои, амма табу.
душе, постирывающий хедер вайбе замотай. Видимо, я не зря вспомнил дни и, как сказать, стилистика его исполнения чувствуется на гармошке. Скажу сразу, эпилептикам лучше не смотреть. Много мерцает в глазах. Это будет приступ. Вот Астимир, я искренне завидую твоему произношению, произношению чеченского языка. Не все чеченцы могут этим похвастаться. Возможно, кстати, такой формат странный выбран, потому что пандемия, и снять что-то такое масштабное не вариант, организовать тем более. А может реально экономить на съемках. Ну, уж как звучит прямо. Я, наверное, даже загружу себе. Не понравилось. Что-то я растрепался. Не понравилось. Сложно дать какую-то оценку конкретную, потому что я не понял, что за клип. Это как будто бы клип ради клипа. То есть он имеет смешанную такую какую-то стилистику, ну, как я и говорил, то есть одет в одно, движения другие, формат третий вообще, и ты как-то не можешь собрать это все в единый ансамбль и придать этому единую логику. Но мне нравится в первую очередь то, что Астемир получает конкретнейшее удовольствие от того, что он делает, и это проявляется в каждой секунде клипа. Это очень важно, потому что бывают такие клипы, особенно у девушек, пытаются придать какой-то искусственный образ, которому они сами не соответствуют, и, как сказать, это им не идет абсолютно. Вот, а тут же получается человек такой, как он есть. Эта естественность придает клипу яркость определенную, несмотря на то, что он мне не нравится, но мне нравится, как он выражен, скажем так. То есть из всех самых неудачных вариантов, которые можно было бы ему придать, этот наименее неудачный. Вот, в остальном же, думаю, супер популярного не станет, и это не у ручья. Песня. Вот. Ну, я себе ее скачаю, мне понравилось, буду слушать. Ну, так, когда слушать будет нечего. Всем спасибо. Оставляйте свое мнение в комментариях. Если согласны, не согласны, ставьте лайки либо дизлайки. Мне в любом случае будет приятно. Вот, с вами был еще раз Хасан Казакбиев. Раздел рецензий на песни кавказских исполнителей. Всем ассаламу алейкум. Адгилшу. Пока.